А у нас сегодня в семье рыбный день. С утра я съездил на Кировский рынок, приобрел две щуки. Нам, соответственно, их там разделали сразу же. Вот, пожалуйста, головы, которые мы сварили вместе с мамочкой моей. Вот такой получился бульон. И сейчас из оставшейся щуки, филе щуки, будем делать котлеты. Обязательно добавляем сало, чтобы они были сочными. Естественно, лучок и картошка. Ну и мясорубка нам в помощь. Ну вот и все. Уха готова. Фарш готов. Осталось только пожарить котлеты. Собственно, ингредиенты вы видели все в начале. После того, как будут готовы котлеты, будет еще одно дополнение. Итого у нас получится общее видео из трех фрагментов. Всем приятного аппетита, кто обедает. Я уже начал тестировать уху. Ну вот и все, друзья, товарищи. Финал готовки ухи и котлет из щуки. Вот эта красота. Будем сейчас употреблять их на ужин. Всем хорошего вечера.